Потерпевший оставил на столе телефон и, судя по всему, вышел наперекур, будучи уверенным, что положил его в карман. Оставленную без присмотра вещь тут же заметил злоумышленник. Его действия попали в объектив камеры наблюдения. А чуть позже уже на улице на подозрительного гражданина обратили внимание полицейские. В ходе патрулирования улицы Чернышевского при охране общественного порядка нами был замечен неизвестный ранее гражданин, который нарушал общественный порядок. Находился в общественном месте в состоянии опьянения. При проверке документов у данного гражданина было обнаружено два сотовых телефона, один из них марки iPhone. Происхождение данного сотового телефона гражданин пояснить не смог. Было принято решение доставить его в отдел полиции номер 1 для дальнейшего разбирательства. В ходе разбирательства было установлено, что данный сотовый телефон марки iPhone был похищен им в одном из кафе у неизвестного гражданина. Законный владелец телефона был установлен. Мужчина обнаружил пропажу и собирался обратиться в полицию с заявлением о краже. Потерпевший поблагодарил полицейских за оперативность. Следователями территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.